Всем привет! С вами студенческое телевидение «Гусь ТВ». Мы рассказываем и показываем новости нашего университета и не только. Полетели! Ну что, вот и подошло к концу лета. Наступила пора набирать новые, а кому-то закрывать старые долги. Тебе-то хорошо, Александр Сергеевич. Ты тоже выпустился. Первый день осени, первый день учебы, а для кого-то первый день студенческой жизни, начавшийся с торжественной линейки. Начало положено. Впереди вас ждет непредсказуемая, радостная и интересная жизнь студента. Более 100 участников, 51 организатор, 6 точек для того, чтобы успеть сплотиться и 4 года бессменной традиции. Все это фотоохота на первокурсника. Рубрика «Спорт». С 27 по 30 августа состоялся чемпионат России по рафтингу «Актаулай-Марган», на который приехали спортсмены из 11 городов нашей страны. Они соревновались в квалификации слаломе, параллельном спринте, длинной гонке и марафоне. Команда «Гагу основной» в рафтах четверках и рафтах шестерках заняли второе место. Поздравляем наших рафтеров с выходом в чемпионат Европы! А мы запускаем конкурс. Сделай репост этого видео, и, возможно, именно ты получишь специальный подарок от Гусь ТВ. Полетели! С вами была Курганкова Яна, новости ГАГУ. До новых встреч!